Причин, почему тянет на сладкое и мучное, может быть несколько. И одна из самых очевидных – это дефициты. Самым правильным решением будет при помощи специалиста разобраться, чего не хватает именно вашему организму, и грамотно эти дефициты восполнить. Часто это может быть, например, дефицит хрома. И в этом случае прием курсом пиколината хрома, о котором многие знают, тягу к сладкому поможет снизить. Пожалуйста, обратите внимание, если дефицита хрома у вас нет, то тягу к сладкому прием пиколината хрома не снизит. Вторая распространенная причина – это дисбаланс микрофлоры кишечника. И важно понимать, что нашей хорошей полезной микрофлоре, а значит и нашему организму, ни сахар, ни мучное не нужны. Сахар и белая мука – вообще так называемые пустые калории, от которых калорийность организм, безусловно, получит, а пользы – ноль. А вот кто любит сладенькое, так это условно патогенная и патогенная микрофлора. А разрастаются они быстро, и уже их голоса, требующие булочку, тортик, еще тортик, будут слышны громче всех. После отказа от сахара уже через неделю можно заметить, что такой сильной тяги больше нет. А еще о двух причинах смотрите в следующей части.